О том, как будет организована эта работа, говорили на специальном совещании при главе Сочи. Объявляется месячник по наведению санитарного порядка. Начинаем этот месячник с 31 марта, значит, с кладбищ. Обязанность родственников – это навести порядок на могилках. Вот. Обязанность кладбища, управления похоронного дела – это организовать вывоз с кладбища все то, что не должно там находиться, чтобы мусора на могилках не было. Месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка всекубанский, а значит, подобные работы будут проводиться по всему региону. Что касается ближайшего субботника, запланированного на 31 марта, здесь акцент будет сделан на уборку кладбищ, ремонт и наведение порядка на подъездных к погостам путям. На всех 47 муниципальных кладбищах, начиная с 26 числа, будут организованы пункты выдачи инвентаря для уборки и мешков для мусора. Качество проведенных работ Анатолий Пахомов пообещал оценить лично перед Пасхой.